Человек вообще стоит в дверях, говорит о далеких морях, прощается, но не уходит. Уходит и не возвращается. Ласково тянет резину, верит в потребительскую корзину, знает, куда ветер дует. Дует, когда ветер попутный. Человек вообще предельно сиюминутный. Стоит на пороге, протягивает к небу ноги, доказывает преимущество железных башмаков, ждет весны, отчаянно лепит снеговиков, пьет, нежданно-негаданно торжествует, доказывает, что человека вообще не существует, смотрится в зеркала, все говорит: приехали, сажа бела, и я слишком стар для этой бесконечной конвекции, и все мы, суть пляжущие тени плоской проекции, и в связи с этим прошу вычеркнуть меня из реестра и выкинуть вон в сопровождении оркестра. Мне на вас наплевать. И тут человек вообще действительно перестает существовать. Вода все прибывает и прибывает. Землю заглатывает вселенский поток. А он так тихонечко дверь прикрывает и оф,